Что это? Не знаю. Может, подглядывать за какающими? Думаешь, к нам ходит извращение, чтобы подглядывать за нами? Вы какого хрена тут третесь? Здесь дырка, вот думаем, откуда взялась. Опа. Опа, Диандра, ты только глянь. Фрэнк. Фрэнк, Ди, то, что вы сейчас обнаружили, как правило, называют... дырой славы. Дыра славы. Секретный портал, созданный для безопасного внедрения пениса. Не поняла. В эту дырку хер суют? Верно, Ди. А стенка служит физическим барьером, обеспечивающим анонимность во время спонтанного акта сношения или минета. Ну, или как минимум дрочения. Но зачем? Зачем заниматься сексом с тем, кого не видишь? Ди, я бы поставил вопрос по-другому. Зачем не заниматься сексом с тем, кого не видишь? Европейская штучка. Европа в плане секса ушла далеко вперед, и должен сказать, пора ее догонять. Мысль офигенная. Я за сантехническим скотчем. Нет-нет, погодь, постой-ка, Фрэнк. Пока ты не начал совать, что попало в эту дыру, прими к сведению, что с другой стороны, как правило, будет мужик. Но через стену уже не видно. Так откуда знать, что там не девка? Я просто воображу девку и... дело в шляпе. Ну да, некоторым такой метод вполне подходит, но ты играешь в опасные игры, Фрэнк. А пускай другой мужик тоже девку представит. Интересно, как, если у него хер за щекой? Не знаю, это его проблемы.